ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что гражданин Таджикистана 79-го года рождения приобрел героин на границе с Афганистаном и прихватил с собой зелье, отправляясь на заработки в Сочи, причем перевозил наркотик весьма оригинальным способом. В начале апреля 2014 года гражданин Республики Таджикистан, используя авиационный транспорт, прибыл в аэропорт города Сочи. В аэропорту он был нами установлен и задержан. Значит, при проведении досмотровых мероприятий было установлено, что в своем желудочно-кишечном тракте гражданин Республики Таджикистан тайным способом перемещал более 600 граммов героина, как впоследствии установила экспертиза, наивысшего качества. 98 полимерных пакетиков было спрятано в желудочно-кишечном тракте мужчины. Установить это удалось с помощью рентгена, ведь после таможенного досмотра гражданина Таджикистана отправили на осмотр в одну из больниц Адлера. За данное деяние, именно незаконное приобретение, хранение, а также перемещение через таможенную границу Российской Федерации в рамках Евразэс, то есть за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228, а также частью 3 статьи 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет 5-6 миллионов рублей. В четверг уроженец Таджикистана Хафизов Давлатмурод Мачидович предстал перед судом. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меры безопасности, принятые в Сочи, в том числе к Олимпиаде, заставляют преступников идти на самые разные ухищрения и использовать самые опасные, в первую очередь для них самих, способы провоза запрещенных к обороту веществ. Так, если бы в желудке Хафизова порвался всего один пакетик, это привело бы к моментальной смерти. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.